И всем привет, ребята! Меня зовут Леон Б200, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Бравл Старс. И в Бравл Старсе вышло новое обновление, а именно с губкой Бобом. Да, кто не знает, это такой мультик есть. Ставьте лайк, если вы его тоже смотрели. Ну, короче, во-первых, это новый Бравл Пасс. Я тут уже, правда, за кадром, да... 13 уровня дошел. Ну, короче, добавили вот новый скин на Мортиса из Brawl Pass. Сейчас, вот он. Квадратные штаны, кстати, титул. Ну-ка. И тут еще вот такая анимация просмотра скина. Ну да, вот. Прикольный скин. Кстати, особенно иконка еще на него. Это у нас... Так, давайте пропустим. Это у нас голубой Сквидвортис, а это розовый Сквидвортис. Ну, а еще также клубное событие. Да, я со своего клуба ушел. Кстати, тут одно местечко есть, можете вступить. Он вот так называется. Вот. Я ушел с клуба для того, чтобы получить вот этот имбовый скин. Да, если честно, он мне зашел прям. Реально понравился. Вот значок, иконка, еще и спрей. Но это мифический скин. Ну, если по оформлению. Так. Вот, у нас уже тут этот... Как его заглушить? Уже достали, если честно, вот так вот принимать меня куда-то в команду. Ну, точнее, не принимать, а приглашать. Вот. Ну, короче, у нас тут рубеж вот достигнут. А именно 50 тысяч, ну, вот этих вот денежек, или как их там, крабсы называют. Вот, и я 10 гем за это получил. Так, у меня тут еще друзья. Кстати, у меня уже, кстати... У меня тут, кстати, 317 друзей уже. Вот, и вы тоже можете вступить, ну, точнее, добавить меня в друзья. Вот. QR-код можете сканировать, если что. Но я, правда, снимал уже. Так, ну, у нас тут еще ежедневная выплата. Давайте заберем 100 крабсов. Вот, видите. Тут еще в магазине можно купить. Что тут? О, Нани Салли продается по акции. Хоккеист Мортис тоже по акции. И этот Деспирадо Поко. Так, ну, давайте еще вот заберем. И также у нас два новых режима, правда, на время. Вот, а именно тройное столкновение, которое, думаю, многие сильно хотели, и ловля медуз. И сегодня мы с вами в эти режимы обязательно сыграем. А, кстати, я еще забыл сказать, что у меня новый боец Мо. Вот он, как, ну, вы уже давно заметили его, да. И мне снова остался один боец. Только мне, правда, кредиты все на Мо потратил. Не, ну... Мой имбовый перц, я бы так сказал, да. Особенно, когда он нультует, вот так под землю заходит. Но я тестировал его, даже видео про это снимал. А еще также есть вот Красти Краб, да, видите, вот он. Тут акции вот даже есть, за которые можешь за эти крабс купить. Вот, видите. Вот Бастрик продается по акции. Ну, не по акции, ну просто акция какая-то. А по акции вот у нас пляжный Байрон. Я, кстати, могу купить сейчас вот эту акцию, но не хочу. Тут еще Бравл Мил, да, из которого можно выбить усиления. Вот, у меня, кстати, три усиления уже есть, а именно вот чам-шарики, которые тут еще до второго уровня прокачались, ведро с чамом. Для бойцов класса урон. А это пузырь для бойцов класса контроль. Ну что ж, давайте сыграем с вами в новые режимы. Да ё-моё. Давайте в тройное столкновение сыграем. Так, ну давайте... А давайте за Мо, почему бы нет. Как раз у меня ведро с чамом еще есть, вот это усиление. Я его также прокачал, вот купил гаджет. Поэтому давайте играть. О, тут даже это. A few moments later.
дома помнит эту фразу. И почему-то вот это, как его, загрузочный фон. О, кстати, с нами 2 мо. Ничего себе. Вот. А, кстати, вот эти усиления действуют, когда это самое. Ну, когда модификатор губка Боб. Так, ну-ка. Дайте вот этого. Кстати, атака как у Спайка. Только, мне кажется, намного круче. Так. А что, кстати, вообще вот эта вот штука делает? Ну, как бы усиление. О, вот, видите, у Мо. Тут вот это что-то появилось. А, типа, дальше что ли летит? Нифига себе. Так, все, осталось 2 команды. Ну, пойдемте искать. Так, о, вот и Бул. Ну-ка. Давайте культуем. И убиваем Поку еще сразу. Так, нам еще не хватает одного. Нам надо одного еще найти. Только где? А, вон, я его вижу. Все, мы победили. Так. Так, я уже до 3-го уровня прокачал. Так, старт друг, ну, конечно же, мне выпадает редкий. Так, ну давайте теперь сыграем в ловля медуз. Ну и давайте уже за какого-нибудь другого бойца, у которого вот это пузырь есть. Ну, пузырь как бы усиление. А это так, у этих бравлеров, которые контроль. А у кого контроль? Ну вот, у Сэнди, Амбер. Тут еще есть Гил. О, кстати, в забой я давно не играл. Давайте в забой сыграем. Супер тотем. Или расти. Хотя нет, супер тотем, мне кажется, получше. То что, ну, зачем делать так, чтобы мины сами как бы взрывались? Так, собираю и удерживаю медузу. О, у этого була кружится. Вот этот бургер, точнее крабс-бургер. Это называется. Тихо. Так, главное не умереть, а то медузы как бы выпадут. А еще, кстати, мне. Я когда в ранговый бой играл, мне вот такой прикольный спрей выпал. Так, тихо-тихо-тихо. Быстрей. Так, давайте туда мины поставим. О, вот этот. Пузырьки оставляет. Ой, кстати, это я оставляю пузырьки. Они потом это что, или взрываются, или что? Ну-ка, если еще. Осталось минут до победы 6. Так, давайте, давайте, давайте вот это. Чака-поку. Дурацкий, как? Фух. Тогда туда мину поставим. И все. Осталась одна медуза. Ну да, эти пузыри взрываются. Все. 23. Даже у нас медуза, а не 20. Победа. Кстати, давайте еще сыграем вот в режимы, где вот крабсы можно получить, а именно вот броубол и дуэли. Как вы думаете? Ну, давайте броубол. Так, давайте возьмем Дэрила. Потому что, ну, как бы за Дэрила можно еще поиграть броубол. Да, потому что теперь можно 2 раза ульту использовать. Ну, все, погнали. Вот. За первую победу
А в этом событии ты получаешь крабсы. Или, может, надо было, наверное, это кого-нибудь с усилением брать? Так, минутку. Вот сюда. О, бог, кстати, тоже как вы. Блин, не успел. Куда метеорит пуляет? О, все. Все, я забил гол. Так. Так, мне просто надо мяч брать и... Блин. Блин. Капец, не успел. Тихо. Давайте перебьем. О! Отлично. Ну и также нам крабсы дают. И сколько у меня уже их? 1740. Ладно, буду прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был я, меня зовут Леонб200. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в комментариях. Давайте добьем вместе эту цель, а именно 2000 подписчиков на Ютубе и 20 в Телеграме. Ну что ж, всем пока!